Но перед началом этого видео, дорогой друг, не лень поставить большой пальчик вверх под этим видео, и прийти с вашей души у вас обязательно появится. Окей, для начала, прежде чем начать, вам нужно сделать следующее. Отправиться на самый низ вашей карты, найти здесь такое страшное место, называется на подземный мир. Вот так вот, тут много лавы, много всякого. Здесь водятся демоны, убивайте демонов. И из них изредка выпадает такая штука, как называется, кукла Вуду от гида. Гид — это NPC. Нажимайте на домик вот здесь и проверяйте список ваших NPC, которые есть в мире, вы должны найти гида. Если гида в этом списке нет, не беда, дождитесь, когда он зареспавнится снова. Подождите просто несколько, какое-то время. Он заспавнится снова, после этого продолжайте. Возвращайтесь сюда, берете куклу Вуду в руки, кидаете в лаву, готовитесь к битве босс-боссом, и ваш гид умирает в этот момент, зато спавнится босс вместо этого. Большой и некрасивый и так далее. Есть, кстати, новомодная стратегия, связанная с динамитом, которую где-то я показывал в одном из прошлых видео. Как можно этого монстра убивать. Дальше, нам понадобится 3 души света и 3 души ночи, как 5 железных слитков, либо железо свинца и 30 кусочков костей. Кости можно добыть с помощью, они выпадают из скелетов, ну скелеты вы знаете, где вы живут, в данже. Души света и души ночи, как добывается, я уже отдельно показывал. И вам еще понадобится мифриловая или орехалмовая наковальня, которую можно сделать только после убийства стены плоти. Как это делается, я тоже рассказывал. Это очень важная вещь. Дальше, вы стоите рядом с одной из наковален, мифриловых или орехалмовых, и крафтите себе механический череп. Берете в руку механический череп ночью на поверхности, левой кнопкой мышки клацаете, вы активируете босса. Называется Skeleton Prime. Обычный летающий босс, которого просто обычным образом убиваете. А также, ребятки, этот Skeleton Prime летел в замечательный магазин аккаунтов ключей geronshop.ru, все ссылки будут в описании, жду вас там, где вас ждет Террари, дешевый Майнкрафт Террари и сотни других стимовских игр дешевле, чем в Стиме, с автоматическим выдачи этих игр через бота. Также там есть гарантии, скидки и отзывы от настоящих покупателей. Ну а еще не забывайте, что у нас есть, вы можете подписаться на канал, позвать друзей и, конечно, заходить в наш Дискорд. Все ссылки в описании, жду вас там.